Well done. Let's start. Communication ready? Move your head if you can hear me. Perfect. I'm going to guide you so you can understand everything. You're currently inside Hypnos. Thanks to this machine, we can achieve the perfect connection between a patient and an evil object. Everything we know about Case 36 has to do with Henrietta Kedworth. Apparently, she was the evil old woman of the town, and her data was buried very well. Project Nightmare's team found a mysterious doll with a strong malignant energy in a town that ceased to exist long ago. Remember, your mission is to find a way to clear out this energy. The dream will give you a connection with his past, so we can understand his history, what happened, and how to end the evil. Be very careful. The evil entity will find many ways to kill you, and as you go deeper and get closer to it, it will become even more dangerous. All right, let's start phase one. You're going to start feeling sleepy, so just let yourself go. Привет, смотрящие! Привет, смотрящие! Вы на канале Саша Game Stories. Это игра под названием Проект Nightmares. Проект Nightmares — это именно хоррор во всех смыслах этого слова. Так, подождите, что-то у меня проблемы. Именно хоррор во всех смыслах этого слова. Ну что же, это игра для тех, кто любит бояться от каждого шороха, от каждого шепота, как мы видим по этой игре. Ну что ж, вперед! Мы находимся в неком проекте. Проекте Nightmares. И что нам нужно здесь сделать? Так. Ага. Алло! А в ответ пустота, да? Окей. Ну что ж. Да ёб твою мать. Интересная локация. Как правильно сказал, все как вживую. Хотя он находится, ну, по началу игры мы заметили, он находился в какой-то воде, в каком-то водоеме. Дверь. Да. Блять! Ну вот, начинается. Непонятные шорохи. Что это? Вращать, выйти. Окей. Взять пока что мы ничего пока что не можем. Так, что это за шкатулка такая интересная? Так, интересные картинки, интересная локация. Все достаточно интересно, жутко. Боишься, что сейчас из-за какого-то угла что-то выскочит. Но пока что ничего не выскакивает. Что у нас тут? Рассматриваем все, что можно рассмотреть.
Ищи! Привет! А ты тут была до этого? Кукла. О, привет! Кукла на нас смотрит. Так, что это? Свечка тает? Свечка тает, свечка тает. Свечка тает, это как бы... Как бы, может быть, не всегда хорошо. Ну и в чем дело-то? Странно, ну ладно. Так, куда пойдем? Право пойдем, лево. Да мать твою! Ёб твою мать. Так, ладно. Что-то ничего интересного не нахожу. Ладно, пока что изучаем. Или я тут уже был? А посмотрим, поищем. О, книжечка. Так, древняя книга со страшной обложкой. Ну, окей. Да, обложка страшная. И все? Ну ладно, допустим. Так, что ты... куда-то пришли, куда-то уперлись. Явно не туда. Так, хорошо. Прикольно. Так, как бы пойти туда, где нас еще не ходило, а? Ага. Так, что это? Еще одна свечка. Допустим. О, портрет женщины с ожирением и символом, прикрытым на ней. И что я тут должен увидеть? Воспоминания! Ой, что? А. Дополнительная миссия, ритуальная маска. Не поняла, нифига. Я понял только то, что я свечку поменял, да? Ладно. Свечка продолжает таять. Так куда нам идти-то, а? Ладно, пошли куда-нибудь. Да задолбало, блядь! Ладно. Идем по закрытым шухлядам, да? Кто-то камень бросил. Ладно, пошли дальше. Так, потерпанный блокнот. И что? Опять? Окей, дедушка. Семейка, хорошо.
Тараканы бегают. Зеркало, в котором никто не отражается. Уточка. Керамическая утка в очень поврежденном состоянии. Странно. Ну ладно, смотрим дальше. Так, какая-то дверь. Дверь закрыта. Something's blocking the door. Что-то блокирует эту дверь. И что ее блокирует? Непонятно. Ибо непонятно. Конечно, в некотором роде эти хор... Твою мать, а вы заебали вот так вот, блядь. Не... Фух. Короче, эти хоррор-скример, блин, по-другому не скажешь. Ходим, дергаемся, находим пока что непонятное. Вроде везде были. Или не везде. Здорово. Выскочил, понимаешь ли. Ладно, пошли дальше. Черт из табакерки. Так, еще одна дверь. Ну, хорошо, ну допустим. Допустим. Все допустим. Допустим, мы туда не можем попасть по каким-то причинам, потому что... А что мне надо было нажать? Что мне надо было сделать? Кошмар. Тут мурашки, короче, по коже ужасно идут. Так, ну... Мячик. Я ж там был. Так, подожди. Здесь ничего. Ага, здесь я еще не ходил, да? О, свечка. Так, а что будет это? Так, я так понимаю, вовремя свечки перехватываю. Фон. Так кто там, блядь, орёт? Вашу мать. It's an old mansion of some kind. Это старый особняк в старой рамке. Ну хорошо. О! What an interesting object. Так, какой интересный объект! Что-то мы нашли, какой-то загадка. Так, и что нам делать с этим? Ага, ну вращается. Так, ну по логике вещей мы должны
Так, подожди. Ага. Опа, подожди. Так. Так, подожди. Ага, то есть этой кнопкой я меняю последовательность, а этой кнопкой я вращаю. Так, подожди. Таймер какой-то идет, да? Так, а ну подожди. О, так. Монокль. Оптический инструмент используется в древних временах, чтобы открыть, нужно увидеть скрытое послание на стенах. Нажмите, чтобы использовать. Так. Так, монокль. Ну, хорошо, допустим. Чтобы увидеть там тайное послание на стенах. Да ты уже прыгал, блядь! Я тебя уже видел, падла, блядь. Мелкая, блядь. Понятно. Положь трубку. Опа. Опа. И что мы видим? Какое-то тайное по... Да кто там орёт-то постоянно? Какое-то тайное послание. Непонятно, ну ладно. Будем дальше. Древняя книга со страшной обложкой. Хорошо. Телефон. Да батарея, ты же, блин, сколько можешь, ты уже взрываться. Табакерка. Свеча заканчивается. У нас новой свечи, по-моему, нету, да? Что-то ищем дальше. Ищем что-то дальше. Да, блядь, идите в жопу. Еще одна табакерка.
Это похоже на картину мужчины, но его лицо поцарапано. Портрет мужчины, его лицо искажено. Картина очень повреждена. О, а что это? Старое металлическое сердце. Так, а там было сердце на стене нарисовано, да? А где было сердце на стене нарисовано? Должно быть место, куда найдите и положите туда потерянные фотографии. Так, дополнительная миссия. Так, а где мы видели? Где мы видели? Иди в жопу, я тебя уже не боюсь. Так. Монокль, ага. Ну и как туда его положить-то? Ага. Открылась новая дверь. Ой, свечка. Свечка! Отлично. Так. Открылась новая дверь и какой-то интересный... Тетка какая-то, опять же, с поцарапанным лицом. Какой-то интересный проход. Так, круг соли. В каждом ритуале призывается дух магический барьер. Создается рассыпанная круг соли. Это служит для защиты человека от злых сущностей, которые не смогут пересечь барьер. Просто рассыпьте соль по кругу. Ну, хорошо. Так. Допустим, я сюда пришел. И если что, я могу отсюда свалить, да? Страшно. Ну, ладно, идем. Идем. Свечка тает, но у нас есть дополнительная свеча. Страшновасенько! Опа! Опа! Беги, блядь! Ага, сука! Ну, допустим. Не, ну и чё? Надо как-то пройти, чтобы она нас не увидела, что ли? Да ты заебала, блядь. Иди нахуй отсюда. Демон херов, блядь. Так, можно надо как-то пробежать, чтобы она нас не заметила. Ой, блядь, свечка потухла. Блядь, свечка потухла, это плохо. Свечка потухла, это очень плохо. Так, надо бежать, но как-то аккуратно. Она там еще есть? Так, а ее там нет. Блять, а может она ходит где-нибудь, а? В других местах. Тут уже не так весело, как было поначалу. Или даже, скажем так, веселее немножко, чем... Шаги. То есть бежать туда, если что. Это мои шаги. О, еще один. Или это я сюда... Так, я здесь был или не был? Чё это открылось?
пиздец. Или я здесь еще не ходил? Так! Шкафчики! Походу я здесь... Я перешел в какое-то другое место, где я еще не ходил. О, а тут уже другое какое-то окно. Так, хорошо. То есть нужно перебегать с места на место, и вот там вот за вот там, короче, за этой солью нас ждет бабайка. А здесь рояли, все дела, ну еще непонятно, ну ладно. Свечка. Этот патефон ебаный, блядь. Может, ты выключишься? Капец, выключился. Спасибо! Так. Что там? А, свечка тает, понятно. А у меня монокль-то тут что есть? Есть. Так, ладно. Опять сейчас будет в меня лететь. What the fuck was that? Оно в прошлый раз в меня полетело. Это, наверное, я тогда просто не отошел. Надо отходить. Странно, что вроде как бы здесь уже я был. Вроде и не был. Шкафчики-то закрыты. Часы. Шкафчики-то закрыты. Ой. Да, блядь. Еще дверь какая-то. Свечка. Что, дверь? Door's locked. Тоже заперто, да? Something's blocking the door. Что-то блокирует эту дверь. Так, и что я должен найти, по крайней мере? А, я должен изучать, искать. Это же есть этот сущность хоррора вот такого типа. Что это? Глаз, человеческий глаз. Куда его воткнуть?
Ой, вообще свечка. Хорошо. Есть такое подозрение? Еще одна дверь, да? О, еще свечка. Чего? Не, давай оставим тебя открытой. То есть я, наверное, набрал слишком до хрена свечей и не могу сейчас ее взять. Ну ладно, окей. А что такое, блядь? Куча дверей, все закрыты. Лампочка перегорела. Тараканы бегают. Глаз. Ну хорошо, глаз, допустим. О! Ты кто? Ты кто? Чё? Так, тихо. Тихо, тихо, тихо! Давай зажигайся. Чё там? Чё там произошло? Чё там было? Она отсюда выползла или откуда она выползла? Что-то, блядь, галюн заг... Ладно, спокойствие. Эти шкафчики мы уже смотрели, ничего не видели. Ничего не пропустил. Ты задолбала эта свеча. Еще какая-то дверь. А! Окей, ну и чего? Опять там что-то летит. Так, это я как-то отсюда пришел, да? А там этот проход. Пошли еще раз сюда. Здесь где-то ходит эта тетка, блядь. Опасная. Но через этот проход... Мы можем еще куда-то пройти, я так полагаю. Или нам пизда. Вы здесь уже были? Так, шкафчики открыты. Телефон зазвонил? И чё ты звонил? Так, пошли еще туда.
Так, походу нас убили. Походу нас убили со спины. Так, и где мы оказались после того, как нас убили? Так, а где-то мы оказались? Непонятно. Так, это типа нас убили, ну вроде... Ой. Она пошла туда, значит мы идем туда. Ага, сука. Ружо. Соль. Соль, соль ощущается. Зла ее использовали, чтобы отогнать духов. Просто брось горсть соли. А, то есть я могу ее как-то гонять, что ли? Иди сюда. А как эту горсть соли бросать? Ладно, не знаю. Ружо. Есть какой-то инвентарь мне? Так, найдите и положите туда потерянные фотографии. Так, соберите информацию о доме, найдите 3 фотографии, 3 из 3. А я уже все фотографии нашел. Так, мы здесь еще не ходили. Это берется, не берется. Сейчас. Так, табакерка, которая, сука, откроется. Так, я нашел 4 фотографии, но не нашел еще ни одной ритуальной маски. Надо найти 4. Да вы заебали, блядь. Чё это? Расческа. Допустим. Найдите алтарь и положите туда потерянные фотографии. То есть, короче, я фотографии нашел. У нас тут опять куда-то загляну, да? Здесь мы еще не заглядывали. Ну ладно, ну, музыка поприятнее уже. Ой, а что это, что это было? Ладно. Так, ничего не нашли. Fuck. Куча всякого, ничего полезного, да? Пять рояль. Как бы такое ощущение... что я хожу в одном и том же месте, да? Но каждый раз захожу по-разному. И здесь мы уже вроде были. Соль.
Что там? О! А что это? Так, уголок с фотографиями, маленький алтарь. О, с местом под картиной. Так, на, так. Как поместить фото на алтарь? Найдите алтарь, поместите фото на алтарь. Как поместить фото на алтарь? А! Ага. Окей. Ага. Окей. Что это за место? А! Во! Бля! Another diary. Знаешь, что я нашел? Так, древний Генрета... Тихо, сейчас. Так, древний Генректы... А, дневник Генректы Кедворд. Урок брос. У женщины есть обязательство, долг вступить в брак. Женитьба по договоренности, которой я была не очень-то и рада, но с богатым мужчиной, владеющим... экспортным бизнесом. Могла дать мне время посвятить себе своей страсти, как долго, как я смогла без этой это скрывать. Гектор был человеком увлеченным своей работой, человеком мира, который путешествовал почти все свое время. Но это помогло мне исследовать оккультные науки в новом виде, чтобы понимать мир в его самые темные времена и тайны за его пределами. Но я была не совсем одна. Поместью нужны слуги. Так я встретила Анну. Однажды ночью я нашла ее среди своих книг и заметила в ней некий интерес. Напуганный своей... небрежностью, я думала, мне конец. Но нет, со временем мы стали лучшими друзьями и соратниками. Шли годы, я стала ценителем своей всего неизвестного, я была готова к следующему шагу. Благодаря своим странным библиотекарским связям, я смогла найти книгу мертвых. Я была почти готова воспользоваться нею. Это книга мертвых? Well done. Good start. The machine is giving us the first clues. Я нашел какой-то ключ. Our scientists picked up a great aura in a room with two windows. Go and investigate what it is. Уборная, найдите символ в комнате с двумя окнами. Найдите символ в комнате с двумя окнами. Дополнительная миссия, так, книга. А, дневник, ага, понятно. Так, короче, нам дали какой-то ключ и сказали найти какую-то дверь. И эта дверь с символом двумя окнами. Хорошо. Свеча еще нужна? Ну, возьмешься, а? Не, пока не берется. Ладно, хорошо. Да это не она, наверное, да? Это дверь, символ дверь с крестом каким-то. Ага. Короче, надо вообще уходить отсюда. Так, уходить, уходить. Куда уходить-то? Где это портал, через который мы пришли? А то еще тут хожу, этого портала не могу найти.
Лампочка перегорела. О! Открыл! Ну хорошо. Свеча. Свеча — это хорошо. Соль. Соль, соль, соль. Что-то непонятно с этой солью. И вообще тут еще непонятно пока что. И что я в этой двери должен был найти? Следы соли. Да хватит-то меня пугать уже. Надо подождем, пока свеча потухнет. Ага. Берем свечу. Бери, у меня же свеча потухла. Ага. Так, что-то оно как-то никак не берется каждый раз, да? Может, я не под тем углом стою? У меня-то соль, по-моему, и тот раз. А не что-то там было написано, типа, бросить куда-то эту соль. А типа, она у меня есть? Найдите символ в комнате с двумя... А, найдите символ в комнате с двумя окнами. Символ с двумя окнами. Ну, тут вообще никаких символов нету и ничего нету вообще. И ни с кем вообще ничего не контактируется. Символ с двумя окнами. Возможно, я не только эту дверь могу открыть. Твою мать! Это маска, да? О, маска! Порожденная древняя маска. Я нашел одну маску. Так, одна из четырех. Хорошо. А как ты ее мог пропустить, да, эту маску? А мог пропустить вообще легко, мог пропустить. Так, хорошо, значит, в этой комнате была маска. Да блять, сука, заебали. Я выход какой-нибудь отсюда уже. Что-то я заебался ходить по этим комнатам. Еще свеча. Сюда я вроде заглядывал. Да насчет... Ничего не нашел, да? Понятно. А, это уже открыто. Расческа, да? Батарея, ну шар... Блять, я ждал, что батарея сейчас шарахнет. Тут, блять,
Фотография прилетела. Ага. Ну, давай. Тут. Вот она. Она пошла туда. И куда? Туда она повернула. Хорошо. Тупик — это плохо. Так, ага. Давай, 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 блядь. Ага, сука. А я здесь был? Так, ну неважно, был я здесь, не был, у меня, по крайней мере, появился ключ. И он открывает какие-то двери. Пошли посмотрим, еще здесь, может, какие-то двери найдем, может, чуть-чуть пропустили. Да иди ты мячик в жопу. Я на тебя уже больше не поведусь. О! Так, а почему здесь до конца не открыто? Или я их закрыл? Ладно. Тупик. Монокль ничего не показывает. Так, ладно. Так, свеча потухла. Это плохо. Надо бы где-то новую свечку найти. Я тут нигде новую свечку не оставлял. Да. Так, потихонечку, потихонечку. Что-то находим, что-то разгадываем. Ищем дверь. Ага. Наверное, эту дверь я тоже могу открыть. Ну, надеюсь, по крайней мере. Да? Да, открыл. Хорошо. Так, значит, что нам? Найдите символ в комнате с двумя окнами. Во, комната с двумя окнами. Раз окно, два окно. Хорошо. Здесь нужно найти какой-то символ. Я надеюсь, это здесь, да? С учетом того... Фу, какая гадость. С учетом того, как мы маску тогда так чуть не проебали... Нужно понимать, что этот символ тоже тут может быть как-то так. Соль. Свеча. Патефон. Так, подожди, может надо этот... О! Вот он, сука. Part system. Чё? А. И чё? Короче, пятнашки. А что я должен собрать? Кто знает, а? А, вон внизу начало. Ага. Ага, 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 ага. Ага. Угу.
блядь. Вот, или нет, я не знаю. Ну, похоже. Потом вот это как-то надо туда опустить. Так, ну, хотя я могу ошибаться опять же, да? А третье туда что опять идет? Возможно, это. Вот это вот. Да, блядь. Я еще до конца не могу понять, что я должен сложить-то. Я еще до конца не могу понять, что мне надо сложить. Может быть, оно вверху. Блять, непривычное управление. А с этим что делать, а? Двигать, выбор, двигать, выбор. Значит, букву А я все-таки как-то правильно сложил, да? Блин, это так сложно. Я как минимум хотя бы должен понять, что я хочу сложить-то, что должно в конечном итоге получиться-то.
Капец. Вот так. Во-в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 о. А это значит туда. Так, 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 так. Ага. Как мне воткнуть туда вот эту хрень еще между ними? Ну да, все правильно. Я уже понял. Я уже понял картину. Осталось только эту картину сложить. Вот как ее сложить? Так, 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 крутим по часовой стрелке, да? Так, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Как бы так, да, что-то уже начинает складываться, но внизу немножко не так, да? А вот тот, который в верхнем правом, должен быть в том, там, где сейчас пропущено, да? Да-да-да-да-да, все правильно, все. Да-д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 а, все правильно. Точно. Так, и как его туда мне запихнуть? Thank you.
Ну вот! Да я мать его! This painting seems incomplete. Сука, гений! Maybe if I find the other parts, I can find out what all this means. We're detecting a strong energy in the center of the salt circle. You should go and investigate what it is. Be careful. Так, короче, что-то тут, короче. Так, найдите символ, найдите недостающие части картины. На четырех. Капец, капец. Загадка за загадками. Загадка за загадками. Ну я, мать его, сука, гений, блядь. Пердомонокль, блядь. Так, хорошо. И где я буду искать недостающие части квартиры? Ой, картины. Где я буду идти? То есть, наверное, открылись какие-то еще. Мне надо их найти, потом принести сюда. Да хватит уже, это не страшно уже. Конечно, дергает внутри, блин, ну вот. Но все равно. Так, они, короче, заметили какую-то активность. Сказали быть осторожным. Так, все свечи, которые были, я должен был оставить открытыми, да? О, еще одна дверь. Так. Свеча. Бери свечу, твою мать. А, у нас до хрена свечи. Ну, хорошо. Потусуемся, значит, здесь. Потусуемся приспокойненько здесь. Потусуемся, зная, что у нас есть свеча. Еще одна рядышком лежит. Но здесь, надеюсь, здесь не только свеча, но еще что-то может быть интересное. Соль. Не пойму, как ее брать, как ней пользоваться. Что это? Сердце какое-то. Не, а, маска еще одна. Еще одна маска, хорошо. Так, 4 маски нашли. Значит, здесь маска, значит, у нас лежала. А что за шлеп-шлеп-шлеп? А что за шлеп-шлеп-шлеп? А что за шлеп? А я не понял. Да, нас предупреждали какой-то осторожности. Там что, где-то соль разрушилась? Где-то соль разрушилась. Бери уже. Она вышла сюда, что ли? Свеча. А ну, блядь! Эти шлеп-шлеп-шлеп мне, конечно, не понравилось. Я значит сюда заглядываю, не знаю почему. Что тут хочу найти?
Я даже не могу найти этот соляной проход. Так, недостающие части картины, короче, нужно искать. Хорошо. А давай, открой уже, а. Так, ага. Нет, все-таки он есть, этот соляной проход. Че? Что он там сказал? О. А, ву! Так, мы нашли одну из недостающих частей картины. Значит, они там, короче, валяются. Хватит уже меня пугать. Ой, ё-моё. Я не помню, куда идти. Не сюда. Двери, комнаты, двери. Ой! Спасибо. Бежать нужно аккуратно. Здесь, да, это была недостающая часть картины? Или нет? Подожди, что-то я видел только что. Показалось, наверное, да? Это не здесь, да, недостающая часть картины? Ой-ой-ой. А, да, вот этот блик я увидел, понятно. Так, хватит уже. Давай, тухни, свеча, я возьму новую. Не хочет тухнуть. А, вот здесь. Да. Вот здесь. Я ж нашел. А, одна из четырех. То есть, когда я все четыре смогу найти... А, понятно. Валим отсюда. Значит, они где-то там. Там. Тара-та-та-там. Та-там. Пошли, возьмем свечу. И пошли туда. Туро-туда-та-да. Та-да-тара-та-там.
О! Сима, возжигайся. Так, где у нас этот выход с солью? Не там. Да, блядь! Да хватит уже так реагировать на это уже. Пора здороваться с ними уже. Меня больше эта тетка пугает. И неизвестность. И лабиринты гребаные. Вот это меня пугает. Вот. Так, значит, я нашел одну из четырех, да? Они, знаешь, где-то здесь лежат. А здесь эта тетка ходит. Давай как-то па-па-па-па-па-па-па-па. Я здесь был? Удар, ужо. И здесь я подобрал соль, да? Да, блядь, табакерка ёбаная! Здесь дверь может быть, которую можно еще, в принципе, открыть. Расческа. Так, а ну дай заглянем. А, это алтарь. Алтарь с книгами. Блять. Все равно не могу к этим звукам привыкнуть никак. Ни хрена, блядь. Дверь с крестом не откроется, да? Угу. I can't get the door open. Ой-ой-ой! Спасибо. Да, блядь! Ты чё, блядь? Так, здесь я тоже был. Так, я так понял, что я подобрал все-таки баночку соли одну. Больше я не могу подбирать. И в случае, если эта тварюка за мной побежит, я в нее могу, наверное, бросить этой солью. Там что-то было написано. Брось там в лапы, короче, в ноги ей. Капец, сколько тут дверей. Понятно. Да ну тебя нахуй. Где этот проход к этой бешеной тетке? Попробую сейчас. Короткими перебежками ускоряться, особо ускоряться не будем, чтобы свеча не потухла. Да ладно, я уже знаю. Табакерка хреновая. Не знаю, как бросать. Так понимаю, что самое ужасное, что недостающее
ты, блядь! Сука. Где я сейчас появлюсь? А ну иди сюда, сука. This can't be happening. Она ушла. Ага. Это какая по счету? 2 из 4. Ага. Не успею, да? Два из четырех. Это радует. This can't be happening. А я могу в нее бросить эту хуйню, а? На, сука! Чё, блядь? А, сука, а, блядь? А, это мне посёбываться надо, да? Пока она тут охуевает. Понятно. Понятно, короче говоря, что это за соль. Понятно, понятно, понятно. Понятненько, понятненько, что за соль. И с чем её едят. Иди сюда. Спасибо. Так, хорошо, ищем недостающие части картины. Значит, мы нашли 2, найти надо еще 3. Тварюка, давай я не буду на тебя соль тратить, а? Вот это заебало. Вали отсюда. Вали отсюда. Бабайка, блядь, хреново. Давай иди отсюда дальше куда-то. Стала она, стоит такая. Да иди тут. Ладно. А мне похую. А у меня соль. Она тебе, падла, блядь. А я что, не могу через себя пройти? Ух ты ж, блядь, а? Тварь. Я через нее не смог пройти, короче говоря. Она уперлась. Иди ты нахуй. Это не она там стенку пробила, не? Надо еще соль найти. Если она здесь есть, конечно. Куда я вообще пришел? Часы. Угу. О. Давай открывай, я знаю, какие ключи есть. Здесь, походу, должна быть маска. Или, может, что-нибудь еще интересное. На всякий случай можно в этот пердомонокль глянуть. Вроде ничего нету. Да здесь, может быть, и пусто. А, соль.
Соль мы возьмем. А можно молоток взять, чтобы если что и... О, а, думал, это маска. Что, здесь нету ничего, да? Так, короче, я через нее пробежать не могу. Тут что-то непонятное, кроме соли. Больше ничего нету. Свеча тает. Я вообще перепуганный очень сильно. Да ёб твою мать. Не, ну тыкнемся на всякий случай. Something's blocking the door. Капец с этими лабиринтами. Ой, я отсюда пришел, это... Самая первая комната, откуда все началось. Ну, похоже на то. Да ёб твою мать. Сейчас свечи закончатся, пока я тут блуждаю. Ой. Добегался. И зато мы увидим, что будет, если свечи закончатся. То я вижу только пугающие звуки. Надо как-то запомнить, что ли. Хер ты что запомнишь. Ай. А. Так, если что, соль у нас есть. Значит, эта тетка уже не так страшна, как хотелось бы ей быть. Но нам надо найти здесь недостающие части картины. И она может сзади прибежать. На тебе, сука! Фух. И здесь я уже был, да? Блять. А там была какая-то дверь красная такая. Вот туда было бы интересно заглянуть. Или меня сейчас эта тварь опять убьет. У меня же соли нет. Я же не знаю, где находит.
Ага. А соль я в него бросил уже, да? Да тихо. Да я не буду даже трубку брать. Так, сейчас опять в этот блудняк влезу. Ты так и будешь звонить, да? Ну, что скажешь интересного? Угу. А положь трубку. Не хочу я сейчас углубляться в этот блудняк. Так, тетя! Тетя, иди нахрен. Ты меня не видишь. Угу. Ушла. Тетя, блядь. Хорошо. Еще одну надо недостающую часть картины найти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да-да-да-да-да. Соль. Так, еще одну, да? О! Мы нашли! Да? Так. Теперь найти, блядь, ту ёбаную дверь, блядь. Куда нам эту картину... Давай, греби быстрее. Воткнуть. Это еще сложнее! Где эта дверь, блядь? Куда мне эту картину воткнуть? Да иди ты. Закрытый ларец. Ну ладно. Это здесь эта дверь? Или не здесь, а? Вот было бы... Вот мне повезло бы, если бы... Так, комната с двумя окнами. А, бля, здесь! Охренеть, повезло, прикинь. Повезло, 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 повезло. Еще один ключ. Что-то я нашел. А! Угу. 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 Hmm. Seems to be a symbol with a key inside. But it looks real. Ой, как интересно. Так, мы достали ключ. Да иди ты в жопу! А ты кто? А ты кто? Ты чё, блядь? Ты чё делаешь, сука? Ты чё мне с тобой делать-то, блядь, а? Так. Свадьба постучалась в мою дверь еще раз. Гектор был мужчина без семьи и поэтому очень стремился создать нашу, однако, а очень стремился создать нашу.
Однако это никогда не входило в мои планы. И оставило бы меня на пути к моей... остановило бы меня на пути к моей цели. Так что я взяла все в свои руки. Женщина моего ума могла спокойно не беременеть. После некоторых неудачных попыток отношения стали охладевать. А после... понятно. В этот момент она стала самым важным человеком в моей жизни. Я бы и подумать не могла, что однажды смогу полюбить. Мои чувства к ней были сильно... Мои чувства к ней были сильнее любого заклинания в мире. Мы стали любовниками, а лесбиянка. И разделили оккультизм во всех этих смыслах. Гектор продолжал свои бизнес-поездки и ведение плохой дружбы. Чего? Ведение плохой дружбы, тогда как я продолжала идти к своей цели. Но каждый раз, возвращаясь на воссоединение с Гектором, оставалось все тяжелее и холоднее, и даже были более жестко, когда я понимала, что должна что-то с этим делать. Понятно. Будь осторожен, злые штучности, особенно эти символы, чего они также внутри двери. Найди его. Oh, perfect. As if all this wasn't enough. All right. Ладно. Let's find that damn door. Найдите дверь с символом... чего? Уробороса. Найдите дверь с символом Уробороса. Дверь с символом Уробороса. Дверь с символом Уробороса. Дверь с символом Уробороса. Дойди ты. Где дверь с символом Уробороса? Это здесь у нас дверь с символом Уробороса? В этой комнате. Кто такой вообще Уроборос? Ну там были много дверей с разными символами. А кто из них Уроборос? Дверь с символом Уробороса. А ты кто? А ты чё будешь ходить за мной? Так. Мне это уже не нравится. Пизда. Здорово, блядь, мать твою, ёб. Ладно, дверь с символом Уробороса. На этом эту серию закончим. Короче, это пиздец жесткий. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь под канал. А дальше, короче, мы посмотрим, будем ли продолжать эту игру или не будем. Ну а пока что всем до встречи и всем пока!